Советского информбюро. 2 марта юго-западнее города Кёнигсберг наши войска вели бои по ликвидации восточно-прусской группировки противника. Крупные силы немцев, зажатые на небольшой территории, упорно сопротивляются. Не считаясь с потерями, противник бросает в контратаки пехотные части, усиленные танками и самоходными орудиями. Наши войска отбили свыше 60 контратак. Взламывая оборону противника, советские части обходят его опорные пункты, а затем уничтожают вражеские гарнизоны. Противник потерял убитыми свыше 3000 солдат и офицеров. Уничтожено 34 танка, 45 полевых орудий и до 200 пулеметов. За последние два дня взято в плен более 800 немецких солдат и офицеров. За 2 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 39 немецких танков.